Сегодня буду менять фильтр для воды. Встроенный. Пил такой набор из трех. Как раз для мягкой воды Вио. Гизер ультрабио. Я не хочу показать не как я меняю. Это очень просто. А именно как фильтр засорился. Использую мне его где-то год и 9 месяцев. Вода мягкая, повторяюсь. Не особо грязная. Просто покажу, какой эффект этого фильтра. Сначала опускаем воду, которая там накопилась. Ну, она довольно быстро стекла. Ладно, буду распирать. Еще хочу показать, что в комплекте. Так. Мы тут имеем углеродное волокно с серебром. Вот это вот так называется. Так, здесь у нас осадочный картридж эффективной очистки холодной воды от ржавчины, песка, ила и других механических примесей. Изготовлены из экологически безопасных материалов, пригодных для контакта с пищевыми продуктами. Это чего он сделал? Этот для очистки воды от хлора, органических и хлороорганических соединений, пестицидов, нефтепродуктов, тригалометанов и фенолов. Улучшает цвет, вкус, запах воды. Изготовлен из углеродного волокна. Так, вот это самое тяжелое. Гейзер. Так, это. И он обменный картридж для мягкой воды. Предназначен для комплексной очистки воды от солей, жесткости, тяжелых металлов, механических частиц, растворенных примесей, вирусов и бактерий. Вот самое основное. Этот муфта уплотнительная. И самое интересное, что мы тут имеем, это, ну, тут не написано, но это, вот написано, минерализатор. Минерал он дает. Не помню, куда он входит, скорее всего, будет. Так, сейчас. Ну, в принципе, я буду разбирать и вытащу то, откуда оно было вставлено. Сейчас. Так, вот я достал углеродное волокно. Серебро. Вот такое оно стало. Но я не заметил, чтобы оно было какое-то уж сверх нормы грязное. Вот он такой же. Единственное, внутри такое. Фу. Так, можно сказать, фу. Так, дальше следующая листовая. Так, вот вторая. Вот вторая реально вся в ржавчине. Тут картридж затерл металл, пенички, частиц. Этот, да. Вот он тут завинчивается. Вот он такой весь, фу, ржавый. Это его не очень приятно трогать. Интересно, где минерал? Так, чтобы не перепутать, я сюда, хотя пускай здесь будет. Это первый, второй и третий достаю. Вот этот самый-самый противный. Вот он такой был. Осадочный картридж, такой беленький. Там здесь, кстати, не показал, но когда я сливал, здесь он осадок ржавчины. Минерал сюда, кажется, вставляется. Почему-то его здесь не было. Минерализатор. Не знаю куда. Но по ходу сборки я установлю. А, вот он. Там внутри. Его надо менять раз в 3 месяца. Но я не поменял его с самого начала. Вот он, вот здесь он.
в эту коробочку. Так. Ладно. Ну, принцип понятен. Вот это самое-самое противное. То, что здесь было. Пойду я мыть. Интересно, что не бывает. И вода, струя воды стала течь хуже. Ну вот он там, немножко внизу не отмыл. Вот так он вроде чистенький. Тут без разницы, как его вставлять. А может, есть разница? Ну, нет разницы. Там вот он надевается. И с той стороны тоже есть. Там, который дальний от меня. Там тоже штырек, и он туда надежно вставляется, не бегает, не булькается. И невозможно ставить баллон не на свое место. Я тут не буду отмывать это. Вы видели, да, какой грязный был? Где он тут? Сейчас я наведу. Это всего за год и где-то, да, 9 или даже 10 месяцев. Да, год и 9 месяцев. Менял в январе прошлого года. Кстати, вот перед тем, как ставить минерализатор, надо снять крышку. Крышку можно выкинуть. Туда она просовывается, и там. И такая последняя муфточка, как бы ее назвал. Ей все равно каким боком вставляете. Она с обоих сторон одинаковая. Опа. Перед первым использованием, перед началом, надо спустить там литров 30 воды, что ли. Чтобы там все прочистилось. Смотрите, какая стрелка лежала. Давно только не видел. Вот. Все. На этом работа закончена.